За текущий период 2018 года на территории Верхнеуральского района произошло 28 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 10 человек. 36 человек получили ранения различной степени тяжести, 7 из которых – дети. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН призвала все мировое сообщество ежегодно в 3 воскресенье ноября отмечать Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. Так, сотрудники ДПС ОМВД России по Верхнеуральскому району посетили школу номер 2 города Верхнеуральска, где для первоклассников было организовано мероприятие под девизом «ЮИД в действии». Члены отряда юных инспекторов движения подготовили агитационное выступление по теме «Самое непредсказуемое бедствие – дорожно-транспортное происшествие». Загадывали дорожные загадки. Полицейские, в свою очередь, провели беседу «Культура поведения на дороге». Сотрудники ГИБДД не только напомнили детям правила дорожного движения, но и внимательно выслушали истории детей о случаях нарушения ПДД. Отвечали на их вопросы. Стражи порядка приятно были удивлены подарками, рисунками, которые приготовили им первоклассники.